Друзья, всем привет! Ну что ж, вот мы и подошли к старту нового сезона волейбола от первого лица. Новая команда, новая позиция, новые задачи. Большую часть матчей будет проходить в рамках Ярославского кубка выбора, того самого, что я вам показывал в прошлом году. Из приятных бонусов к участию в турнире официально были допущены игроки высшей лиги города Ярославля. Так что должно быть больше классных исполнителей, а соответственно и более красочных матчей. И также по итогам первого круга команды поделятся на три дивизиона, внутри которых и будут продолжать борьбу. Так что матчей все еще будет много, но теперь они будут более конкурентными, потому что станет меньше проходных команд после разделения на три лиги. Из неприятного, пока у нас нет четкого понимания по составу на самые важные турниры сезона, а по кубку выбора и того хуже. Тут мы объединились с еще одной командой, так что ротация будет серьезная. И скорее всего домашние матчи преимущественно будем играть мы, а гостевые уже ребята из момента, с которыми мы объединились. Буду держать вас в курсе всех событий. Мы открывали сезон матчем против команды Ярославского радиозавода. И пусть это не те ребята, что выступали в высшей лиге города Ярославля, а защищать его честь будут в основном более возрастные, но при этом более опытные игроки. Как складывался данный поединок, вы узнаете из этого видео. Приятного просмотра! Я! Что? Я! Выше! Не, за что он лишает? Я думал, в линии не бьет. Пойдет. Я в центре достал. По первому сету было видно, что обе команды еще очень далеки от оптимальных кондиций. Мы достаточно сильно проседали в приеме, но исправляли это за счет связующего, либо за счет более уверенного нападения. Если у нас кто-либо тренировался в залах или хотя бы на пляже, то игроки ЕРЗ похоже, что все лето мяч не трогали. Так что такое легкое начало никак не должно было удивлять. Чемпионат города среди мужчин проводит. Поддержку. Я его даже не видел. Буду понадежнее. Наш!
Хорош, Макс! Низко, низко, низко! Хорош, Юра! В втором игровом отрезке кардинальных изменений в игре соперника не произошло, а вот мы уже стали чаще ошибаться на подаче, да и в нападении ошибок хватало. Тем самым, даже не забивая мячи, ЕРЗ продолжали набирать очки. Моя эффективность также резко ухудшилась, я и в первом сете не мог нормально попасть по мячу, но там все решалось качеством передачи, а из-за того, что Миша, наш связующий, в большинстве случаев пасовал мне очень узко, сразу всплыла и эта проблема. Но я не привык к идеальным условиям, так что ситуации все равно были рабочие, просто не мог попасть по мячу. Как вы могли заметить, то видео резко перешло от первого лица к записи трансляции. К сожалению, такая же история будет и в следующем сете, в конце объясню почему. Yeah!
третьем сете ЕРЗ уже наконец-то начали вспоминать, что такое соревновательный волейбол. Им практически удалось перевести матч в четвертый игровой отрезок. Но благо в концовке мы смогли собраться и довести дело до логического завершения. Нападение ЕРЗ было крайне неэффективно, так что большую часть очков они набирали за счет наших ошибок. Пока нет смысла делать каких-то выводов. Это первая официальная игра сезона, и нам предстоит проделать еще много работы по улучшению качества игры. Поскольку этот зал станет домашним для меня на этот сезон, то необходимо к нему привыкать, как собственно к новой позиции, так что непременно буду прибавлять от игры к игре. К сожалению, первый выпуск сезона не получилось делать идеально, потому что по какой-то причине камера начала сбоить и ломать записанные файлы. Впервые столкнулся с такой проблемой, так что надеюсь, что в будущем такого не повторится. Хорошо, что осталась запись трансляции, что проходила ВКонтакте, и возможно было хотя бы с нее вам как-то показать матч. Пока на ваших экранах находится статистика поединка, хочу вас пригласить на трансляцию нашей следующей домашней игры, что состоится 7 ноября в 19:00 по московскому времени. В будущем, если будете их активно смотреть, то я постараюсь улучшить качество и как минимум сделать табло, ну а быть может и добавить какого-нибудь комментатора, но это пока так, в планах. Друзья, если вдруг проживаете в Ярославской области, то дайте мне об этом знать в комментариях. Есть вариант взаимодействия со спонсором. Так что очень важно знать количество целевой для него аудитории. Поэтому, если все получится, то будет возможность устраивать розыгрыши или конкурсы с призами от данного спонсора. В общем, планов много, надеюсь, большую часть из них получится организовать. Поэтому обязательно отметьтесь в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока!